What science is, and how and why it works. Всем привет! Это Дерек с канала Веритасио. Я тут смотрел серию роликов про вертолета от Дестина с канала Smarter Every Day. В одном из видео он рассказывает про гироскопическую прецессию. Это просто вынос мозга. Поэтому я приехал в Альма-Матер, Сиднейский университет, чтобы с помощью учебного инвентаря рассказать вам подробнее об этом удивительном явлении. Сначала нужно сказать пару слов о векторах. В физике этим понятием обозначают величины, имеющие направление. Взять те же импульсы силу. Их как раз обозначают в виде векторов. У этой тележки импульс направлен в ту сторону. Применив силу, я изменю направление импульса. Я толкаю ее вправо, и импульс растет в том же направлении. Это все вполне логично. Нечто похожее мы можем сказать и про вращающиеся тела. Момент силы увеличивает момент импульса в том же направлении. Давайте разберемся. Если я приложу силу к этой стороне колеса, то создам момент силы. Он равен силе, на которую умножили расстояние до оси вращения. Назовем его R. Раскручивать за край не обязательно, просто это проще, чем за центр. Куда же направлен момент силы? Тут пригодится правило правой руки. Пальцы смотрят вдоль радиуса, исходящего из оси вращения. Сгибаем их в сторону приложенной силы, и большой палец укажет вектор момента силы. Он направлен сюда, под прямым углом к приложенной силе. Сила направлена вниз, а вектор момента — на вас. И момент импульса колеса нарастает в том же направлении. Чем сильнее я раскручиваю колесо, его момент импульса увеличивается в том же направлении, что и момент силы. То есть в направлении камеры и вас, дорогие зрители. Давайте рассмотрим, как устроена экспериментальная установка. Колесо подвешено на веревке, но только с одной стороны. Если его отпустить, возникнет момент силы, и вот почему. Вес тянет колесо вниз. И у нас есть радиус, расстояние веревки до колеса. И если отпустить, результат предсказуем. Колесо качнется вправо. На самом деле, это тоже вращательное движение, а значит, на вас направлен момент силы, и он увеличивает момент импульса в том же направлении. Это возможно только если система качнется против часовой стрелки, что мы и наблюдаем. Но что произойдет, если я сначала раскручу колесо? Тогда у него появится момент импульса из-за вращения на меня, а момент силы от качания заставит колесо развернуться. Сейчас я попробую посильнее раскрутить его. Поехали. Смотрите, все, как я говорил. Момент импульса направлен сюда, но момент силы разворачивает все колесо. Момент импульса, силы, в итоге вся конструкция вращается. Но недолго, ведь при вращении колеса возникает трение. Заходите к Дестину посмотреть про вертолеты, а потом возвращайтесь на Веритасиум. Будет весело. Правда, как правило, мне не приходится уворачиваться от колеса. Переведено и озвучено студией Верт Дайдер.